Это случилось 200 лет назад, 15 октября 1814 года, в Москве, там, где сегодня располагается высотка на Красных воротах, на свет появился мальчик. Назвали его Михаилом в честь деда, который покончил жизнь самоубийством. Ну, конечно же, я говорю про Михаила Юрьевича Лермонтова. 200 лет. Но вспоминаю о нем вот здесь, стоя в центре древнего города, в центре Тбилиси. Кажется, что мы знаем о Лермонтове все. Есть выражение «Пушкин – это наше все». И вот то же самое, наверное, можно было бы сказать про Лермонтова, если бы не «но». И вот это «но» с грузинским акцентом. Сколько интересных историй с Лермонтовым приключалось здесь. Он оказался на берегах Куры в 1837 году. Все дело было в знаменитом стихотворении «На смерть поэта». Может быть, ничего бы и не случилось с Лермонтовым, если бы не дочь Михаила Кутузова. Елизавету Михайловну так возмутило то, что в стихотворении «На смерть поэта» Лермонтов обвинил в смерти гения свет, что она сказала графу Бенкендорфу: «Слушайте, но надо что-то делать». Был принято решение, и Лермонтова сослали. Сослали вот сюда, на Кавказ, в Нижегородский полк. Ну вот удивительно, Нижегородский полк, но стоял он в Кахетии. И прежде чем добраться до нового места службы, Лермонтов приехал сюда, в Тифлис, и, конечно, увлекся. Увлекся Екатериной Дадиани, урожденной Чевчевадзе. Прекраснейший портрет ее хранится в ее замке в Мигреле, работы Винтерхальтера. Ну, это было платоническое увлечение. Но здесь же, в Тифлисе, случилось еще очень важное событие для истории уже русской литературы. Здесь Лермонтов придумал сюжет первого детектива, первого в истории нашей, в истории российской литературы. Лермонтов сочинил такую историю. Молодой человек встречается с красивой грузинкой и хочет прийти к ней домой. Она говорит: «Прекрасно, приходи, все будет, но вначале помоги. Помоги мне вынести труп моего прежнего ухажера». Молодой человек помогает, выносит этот труп, потом, правда, не возвращается уже к своей прекрасной грузинской возлюбленной. И вот этот самый сюжет и пытался потом разработать Михаил Лермонтов. Много мифов существует об этом великом человеке, но вот один из мифов связан с тем, что его ненавидело царское самодержавие. Говорили, что когда пришло известие о гибели Лермонтова, государь Николай I воскликнул: «Собаки, собачья смерть». Кстати, именно эти слова сказала бабушка Лермонтова, когда узнала о том, что ее муж, активно изменявший ей, покончил с собой. Это одна из версий. А вот согласно другой, дочь Николая I, великая княжна Ольга Николаевна, когда скончался Лермонтов, она сказала: «Папенька, какое несчастье, скончался мой любимый поэт, все стихи которого я знаю наизусть». И вот тогда Николай I вышел к собравшимся в зале Зимнего дворца и сказал: «Скончался тот, кто был послан нам заменить Пушкина». Так, не так, кто знает. Ведь о Лермонтове сегодня остались его стихи, даже вещи. Когда не стало 26-летнего гения, все его вещи бабушка либо раздарила, либо сожгла. Но осталось главное – остались его стихи. И пусть хотя бы вот эта дата, 200 лет, станет поводом для того, чтобы вновь прочесть эти великие строки и уж тем более вспомнить их, оказавшись здесь, в Грузии, поднявшись на гору, где располагается древний монастырь Джвари, и, глядя на слияние Арагви и Куры, произнести: «Там, где сливаются, шумят, обнявшись, словно две сестры, струи Арагви и Куры». Я зад поеду и посмотрю это сам.